Хорошо. Чуть-чуть вот так раздвинь, чуть-чуть, не больше. Вот, смотрите, опять так же там. Ноги разной длины. Это искривление позвоночной трубы. Дух Святой, я благодарю тебя за то, что ты моментально исцеляешь эту женщину прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Левая нога растет и тянется. Позвоночник выравнивается. Сейчас, сейчас, сейчас. Кости таза вытягиваются, выравниваются, встают на место, на место, на место. Левая нога, тянись, тянись, тянись. Быстрее, быстрее, быстрее. Еще, еще, еще. Позвоночник стол выравнивается. Спасибо тебе, спасибо за твою любовь и милость. Сейчас, прямо сейчас сколиоз уходит, уходит. Спасибо, Иисус, спасибо, Отец, спасибо, спасибо. Нога тянись, еще, 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 еще. Как сейчас ощущаешь себя? Левая нога тянет. А? Левая нога тянет. Левая нога тянет, да, что-то с ней происходит. А в спине что-то происходит сейчас? Ну, тепло. Ну, батарея. Ну, это действительно тепло. Там что-то сейчас происходит. Дух Святой, спасибо. Спасибо еще во имя Иисуса Христа. Левая нога тянись. Тянись, 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 тянись. Еще расти. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, тянись. Тянись. Тянись, тянись. Тянись. Быстрее, еще, еще. Еще, еще. Все. Спасибо, Иисус. А ну, встань. Проверь себя. Ну так. Говори, говори, что ты сейчас чувствуешь? Осталась боль, ушла боль или что-то, какие-то изменения? Ну, спина как-то, ну, изменения пошли в спине. Изменения в спине, что-то, ну, перекрутилось там, да? Да, да. Да. А, у тебя болела, ты говорил, спина, да? Да. Она у тебя сейчас или периодически болит? Ну, периодически, потому что у меня скользила. Я спина. Понял. Если ты наклонялась, у тебя спина болела? Да. Наклонись, пожалуйста. Нормально. Не болит? Нормально. А ну глубоко наклонись. Вот сильно, сильно, вот. Нормально. Нормально? Исчезла боль, да? Ну да, нет. Вот, а ну стой, вот так вот, ровненько. У тебя вот как будто еще вот это плечико чуть-чуть опущено. Хорошо, делай вот так вот. Руки вот так вот. Протяни. Смотрите, можно увидеть, можно вас подняться. Да. Да, отключайте, да. Вот. Сверху на ручке. Вот. Смотрите. Эта рука, она длиннее, чем эта. Да, да, да. Дух Святой, я благодарю тебя. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас. Верхний отдел позвоночника выравнивайся. Левая рука, тянись. 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 Сейчас плечевой отдел выравнивайся. Вытягивайся. 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 Сейчас. Сейчас. Еще. Еще. Еще, тянись, тянись, тянись. Чувствуешь что-то сейчас? Спасибо, Иисус. И вот мы видим, что сейчас поменялись положение рук. Спасибо, Иисус, спасибо тебе. А теперь встряхни руки. Опусти, опусти. А теперь опять подними. Ровные руки. Да. Ровные руки. Все, у тебя выровнялись. Спасибо. Хорошо, опускай. Тоже чувствовал, да, изменения, да? Хорошо. Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас левое плечо поднимайте. Поднимайте. Лопаточную область. Меняйте. Двигайте. Двигайте. Меняйте. 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 Правое плечо опускайте. Левое поднимайте. Правое опускайте. Левое поднимайте. Правое опускайте. Левое поднимайте. Сейчас. 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 Жизнь! Вот. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Вот и выровнялась. Как сейчас чувствую себя? Ну, вот тоже, да, такое, как трансформация какая-то идет. Трансформируйся. Да. Трансформируй. Хорошо, у тебя там что-то еще болело, да? Да, поджелудочное тоже, живот. Болит сейчас? Да. Сейчас болит? Ну, так тяжесть есть. Держи руку тут. Дух Святой, я благодарю тебя, Творец Небесный, прямо сейчас, по имя Иисуса Христа. Жизнь! Спасибо, Иисус, спасибо, Отец. Боль уходит. Боль. Прочь! Дух Святой, спасибо. Спасибо, Отец, спасибо, Иисус. Это что, любишь людей?
Во имя Иисуса Христа будет исцелена. Ушла боль? А? Да. Полностью легче, ушла? Легче просто. Или еще чуть-чуть осталось? Ну, ноющее. Нет, давай продолжим до конца. Дух Святой, я благодарю тебя. Спасибо Иисус, спасибо Отец. Во имя Иисуса Христа. Жить, протекая. По всему телу, от макушки до пят. Восстанавливай гормональный баланс. Восстанавливайся женские органы. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Сейчас. Это путь исцелено. Не буду озвучивать. Во имя Иисуса. В этом месте, сейчас, происходит исцеление. Спасибо, Иисус. Вот да, да? Да. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Во имя Иисуса. А, как тепло расходит.